Изучай. Первая папка. История о том, как поднялся на Янтаре Григорий Васильев. Кличка Василек. Одноклассник. Ёшкин кот. Ты же белый. Я отродясь таких камней не видел. Вторая папка. Донесение агентов по незаконному обогащению Михаила Бойко. Кличка Куплет. Есть желание открыть кооператив по скупке янтаря. Его жены. Королевой Марии. Я же тебе говорил, что Машка моя будет. Ты умер, не мне. Третья папка. История еще одноклассника вашего, ныне модного художника Константина Левшина. Ну ты же не знаешь, какой он сильный, какой целеустремлен. Давай уедем. Подадим документы и махнем. Четвертая папка. Ну, все на воров в законе. Нам нужно, чтобы он над воровством янтаря возглавил контроль. Пятая папка. Завод «Янтарь». Что на нем происходит на данный момент? Что входит в мои обязанности? Уничтожение криминальных структур по незаконной добыче и сбыту янтаря. «Желтый глаз тигра». Премьера многосерийного фильма. Скоро на Первом. Такое предлагаю только лучшему. Служи верой и правдой.